В областном правительстве фракция «Единая Россия» подписала с правительством региона меморандум. Подписи под документом поставили председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков и секретарь регионального отделения партии Владимир Камека. Документ регламентирует план работы по решению задач и наказов избирателей. Соглашение включает в себя широкий комплекс мероприятий во всех муниципальных образованиях региона в таких сферах, как образование, здравоохранение, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство. Перечень мероприятий был сформированным по результатам встреч с жителями региона. Основными, значит, параметрами меморандума 24-26 стала, еще раз хочу сказать, наиболее активная работа всего депутатского корпуса «Единой России», потому что действительно все депутаты активно участвовали, и это чувствуется с точки зрения тех перечни мероприятий, которые нашли отражение в меморандуме. Стоит отметить, подобные соглашения между партией и правительством заключаются регулярно. Исполнение мероприятий меморандума будет находиться на контроле партийного десанта. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.